Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Требуется машинист погрузчика. Звонить 90-73-63. В компанию «Профметалл» требуются стропольщики, оператор на производство, водитель погрузчика, слесарь по ремонту оборудования. Телефон 44-48-88. Требуется автомаляр, подготовщик, телефон 8-922-851-93-79. В оптовую компанию требуется водитель категории С, зарплата от 55 тысяч рублей. Звонить 99-10-47. В ЖКХ требуется электрик, дворники на улицу Есимова, Салмышскую, проспект Победы, Чкалова, Промышленную, проезд Северный. Звонить по телефону 33-10-72. Требуются охранники в торговый комплекс, проспект Гагарина, телефон 96-26-70. Требуется мастер-бригадир на производство, зарплата высокая, звонить 92-12-20. Требуется разнорабочий, зарплата высокая, телефон 92-12-20. В ТРЦ «Армада-2» требуются уборщицы, дворники, лицензированные охранники, электрики, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, телефон 8-912-344-85-45. В Оренбургстат требуется специалист по работе с кадрами с высшим профессиональным образованием и опытом работы. Трудоустройство по Трудовому кодексу, соцпакет. Условия работы и оплаты при собеседовании. Телефон 31-25-75. Требуется уборщица в автосалон. Звонить 43-73-73. Срочно требуются сотрудники для охраны объектов. Телефон 8-987-870-56-31. В Оренбургстат требуется слесарь-сантехник с опытом работы и подсобный рабочий. Трудоустройство по Трудовому кодексу, соцпакет. Телефон 31-27-23. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.